Следователь управления полиции уличена в том, что подделывала судебные постановления. Она сейчас уволена или продолжает работать следователем? Как я понимаю, в настоящее время она работает следователем. Как вы оцениваете действия вашей подчиненной? Почему она могла подделать постановление суда? Судебные постановления подделывались для того, чтобы на самом деле не арестовывать многомиллионную собственность обвиняемого в мошенничестве. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».